так. Друзья, приветствую. Так, наушник, наверное, не нужен. Привет всем. Я тут нашел место такое, это, в уголочке. Привет. Вот только прилетел в Вену. Да, вчера проводили с Алексеем вебинар. Так вот, я даже забыл перископ включить. Вот, а вечером уже все, уезжал в Минск, там встречался с КБ, а потом уже в Вильнюс и вот сейчас в Вене. Так что сегодня у нас еще, жду сейчас Виктора с Алексеем, они летят из Шереметьево, но задержали рейс, должны были уже встретиться. Вот, а они, о, друзья, Dreamliner прилетел, Dreamliner Boeing 787, кто видел его живьем, нет? Смотри, видно, да, друзья, стоит один из самых больших самолетов. Вот, то есть я в нем только один раз летал. Конечно, красивейший самолет. Вот. Так что это. Давайте вот так вот. Значит, что хотелось бы сейчас. Вот вчера вебинар прошел, ну такой еще, что-то сильно устали все, прилетели. Прям нагрузка была очень-очень большая. Я хоть два дня думал отлежаться, но не получилось там сразу. Включились там в работу. Вот. Так, тут уже скажите, когда смена дисконта. Смена дисконта, друзья, в начале октября объявим. То есть, скорее всего, где-то к середине, к третьей декаде октября будет смена дисконта. Вот. Поэтому давайте, может быть, сейчас вот как раз, когда такого сумасшедшей гонки, как в Берлине, нету, можно вопросы, наверное, там позадавать, поотвечаем в таком, как бы, режиме. Уже на некоторых вещах концентрируем, тем более, я говорю, у меня сейчас время. Да, тут, конечно, усталость очень приятная, такая, с чувством работы. И тем более, знаете, уже результаты пошли, уже пошли приглашения. У нас уже 28 октября будет, сейчас скажу, будет на Майорке. Уже встреча с крупными банкирами, которые сами попросились после встречи. И вот я, там еще ряд наших директоров поедем презентовать проект уже именно с прицелом на крупные инвестиции. Это уже результат работы. В Германии сейчас вот Алексей 15-го летит на нашу традиционную встречу с инвесторами. Заявок на инвестирование, друзья, вот просто вот сейчас идут, и пошли уже такие серьезные. Я уж не говорю о том, что инвестиции 5, 10, 15 тысяч долларов это стали таким нормальным, как бы, таким. Уж сейчас пошли заявки уже 500, миллион, 5 миллионов. То есть это говорит о том, это не факт, что они, друзья, будут сейчас уже приходить. Это говорит о том, что стали рассматривать, стали подходить. Ну и с учетом там таких уже, там вот мы когда сидели уже на фуршете после выставки, уставший, конечно, был как раз Владимир Владимирович, ну, Володя Сластянин, это вице-мэр Самары, и вице-президент восточного отделения Deutsche Bank. Вот, тоже разговаривались, они, говорят, приехали, посмотрели, говорят, не ожидали там такого увидеть. Вот, и, конечно, это все очень серьезно продвигает. Значит, по сути, это самое. Когда в Минске насчет выставки, машины сейчас едут из Берлина в Минск. Там выставка начнется, по-моему, или 3-го, или 4-го октября, вот эта неделя. По-моему, с 3-го числа неделя, и вот с 3-го числа они будут выставляться. И как раз Виктор тоже, вот он сейчас в таком режиме диком. Вот он прилетел с Германии, кстати, приболел чуть. Сейчас вот он прилетает сегодня, мы завтра в Вене, послезавтра в Братиславе. Оттуда возвращаемся. И он сразу же на вот эту неделю в Минск. А там еще придется, там еще в Москве сейчас готовится одна презентация, ему еще придется, может быть, туда поехать. Поэтому, конечно, темп набирает. Это вопрос, это физически уже становится тяжело, хоть я и привыкший ездить, я много езжу. Но сейчас уже, друзья, еще раз. У нас в чатах там обсуждали, друзья, у меня уже, я всегда на конференциях много приводил такую фразу, у меня сынишка 7 лет,
Вот он в прошлом году, когда освоил планшет, интернет, там, он начал задавать вопрос, а какой в детстве у тебя был интернет? И я всегда говорил, ребят, трудно объяснить, что у меня не то, что в детстве, а... И когда я институт заканчивал, я аспирантуру и уже докторскую писал, у меня еще тогда даже персонального компьютера не было. И только в 94-м году, что ли, у меня там появился первый ноутбук, там, первый это. Вот. А сегодня он выдал, ну, когда вот эти трансляции идут в Перископе, ему мама включает, вон, смотрите, папа. Он говорит, а с ним поговорить можно по телефону? Он говорит, нет, это его работа, он там показывает, с ним поговорить нельзя, только он рассказывает. Это самое, что делать. Ну, и потом, когда по телефону звоним, он, для него Перископ – это как телевизор. Он говорит, папа, а ты когда приедешь из Перископа? И вот это такая фраза сейчас летучая. И когда я приехал домой, он говорит, о, папа из Перископа вернулся. Для него теперь это командировка, Перископ. То есть я уехал, значит, меня можно видеть уже в Перископе, где делают. То есть это такая, друзья, очень интересная такая мысль. То есть это вот новое поколение, которое уже знает, что папа живет в Перископе, папу можно увидеть в Перископе. Ну, вот, это самое идет. Так что, вот, поэтому планы вот на ближайшее, конечно, сейчас, вот вчера с Анатолием Эдуардовичем разговаривал уже, перед отъездом сюда, идет уже изготовление следующих видов юнибусов, то есть уже готовится грузовой к производству, новые виды уже юнибайков. Ну, это юнибэгов уже. Сейчас идет предложение о сотрудничестве, я вам рассказывал, уже от, ну, тут серьезные концерны, тут уже, друзья, трудно сказать, это уже крупнейшие мировые концерны, которые готовы рассматривать, говорят, вы нам приезжайте, презентуйте, то есть уже пошли приглашения, ну, по принципу, что, как говорится, мы хотели, чтобы нас заметили, вот нас заметили. Вот, и теперь следующая стадия идет, ну, теперь рассказывайте, что вы там делаете. Вот, естественно, следующая стадия, это уже будет сотрудничество, это уже будет, и поэтому, друзья, тоже идет. Я думаю, что и вот Беларусь вот после этой выставки неспроста министр транспорта просил Анатолия Эдуардовича привезти эти машины прямо после Минска и показать их на выставке. Вот, потому что это все-таки белорусская компания представила на мировой транспортной выставке новую концепцию, была замечена. Кстати, тут нас, друзья, я извиняюсь, вас ввел в заблуждение, но я вам честно могу сказать, мы сами искренне заблуждались. Это Виктор Бабурин мне дал цифру 2700 компаний. Оказывается, друзья, это цифра по прошлому Инотрансу 2014 года, а в этом году было 3471 компания. То есть не 2700, а 3000 из 62 стран мира. И также будет топ-60 теперь. Вот. И, соответственно, мы в этом топе будем очень достойно представлены. Дождемся, не будем предрекать, как, на каком месте. Это трудно, как бы сказать. Но, друзья, я могу сказать, для 3400 компаний, для дебютантов, которые за 4 месяца сделали машину и которые работают крауд-инвестингом, и которые объясняют людям, что мы делаем очень серьезную технологию, друзья, это, конечно, ну, на первое, понимаете, там представлены крупнейшие мировые концерны, компании, поэтому... Так, сейчас. Конечно, для нас мы всегда первые, но все-таки объективности ради надо понимать, что есть Сименсы, есть Хитачи, Кавасаки, есть... Ты живи, то есть, ну, много, друзья, есть кого, кто сегодня являются мировыми гигантами. Вот. Так, Лукашенко будет в Минске. Ну, друзья, вы же понимаете, как объяснять на такое, будет ли президент Беларуси, конечно, этого не знает никто. Но что-то нам подсказывает, потому что все обставлено таким образом, то есть и министр транспорта будет лично встречать Юницкого на выставке и презентации и так далее. Неспроста идет такое. Конечно, мы не знаем, будет он или нет, но то, что он на этой выставке будет точно, это 100%. Ну, естественно, друзья, это самое, спортивное, с дивидендов купить. Ну, друзья, про дивиденды мы говорили очень много. До дивидендов жить еще не так быстро. То есть давайте пока доживем. Я вам сразу говорил, наша задача первая, для того, чтобы эти акции пошли в оборот, то есть компания начала работать. Второе, чтобы они постоянно росли в котировке. И третье, я считаю, что мы выполнили 100% задач, которые перед нами стояли, когда
наши акции будут стоить номинал. Вот. Это, друзья, серьезнейшая работа, это серьезнейшая большая, так сказать, это значит, все заработало и то, что мы говорили. Ну а дальше, друзья, с какой капитализацией и как быстро произойдет рост акций, то дивиденды это уже, значит, друзья, они стоят номинал. А, соответственно, продам гараж, звоните. Ну хорошо, давайте, так сказать. Вот. Значит, когда будет дивиденд, это уже, друзья, все работает. Это значит, все получилось. Так, как Анатолий Эдуардович оценил Берлинг? Ну, конечно, друзья, ну, во-первых, мы еще общаемся. У нас сегодня был там совет директоров по скайпу. Вот я как раз из Вильнюса, из аэропорта там участвовал. Вчера мы общались, позавчера. Ну, для Анатолия Эдуардовича тоже было очень важно, то есть как приняли, как вот мы первую машину показали, как это восприняли, там, скажем, специалисты, восприняли. Какая первая страна, в которой появится технология? Австралия. Ну, друзья, я могу сказать, что... Давайте я буду читать, еще так частично отвечать, чтобы потом как бы... Вот. В Австралии она уже появилась, потому что Род Хук из Австралии, вот, он уже ее продвигает, делает. Он видели, кто в наших чатах. Смотрите, там... Он даже специально это мероприятие, где его внук с брендом Skyway представлял новые электромобили. То есть Род Хук, конечно, это наш большой, скажем так, поклонник, большой друг, большой партнер. Вот, Беларусь. Ну, в принципе, вот, друзья, вот эти все вопросы, где первый... А что, Марьина Горка с экотехнопарком, это не первая технология? Поэтому абсолютно правильно... Можно сказать, что технология уже появилась, и она уже в Белоруссии. Вот. Где пойдут... Ух ты, смотрите, какие тут полицейские ездят на электромобилях, видите? Серьезные ребята. Видите, у них даже полицейские инновационные. Круто. Таких полицейских я еще не видел. Видите, так сказать, как бы. Как здоровье Виктора? Ну, приболел чуть-чуть Виктор. Но это, друзья, это, естественно, мы когда проводили первую такую большую конференцию в 2014 году, я могу сказать, что у нас весь вот состав, который вот мы в полном составе, все заболели. То есть я вообще 2 недели пролежал. Потом постепенно опыт, конечно, он дается, и все-таки для Виктора это такая первая крупная конференция, когда он там выступал прям так, уже на солирующих ролях. Это, конечно, друзья, нагрузка просто неимоверная. Это очень тяжело. И здесь нужна и подготовка, и определенные там такие моральные такие уже установки. Потому что, вы же понимаете, большое количество людей. Вот, все подходят просто с каждому руку пожать, сфотографироваться. Я в этом плане Роду Хуку просто поражаюсь. Вот ему уже 70 лет, а он сделал, наверное, 1000 фотографий за... эту выставку, он столько дал интервью, представляете, и даже не то, что интервью, которое он в промежутках между тем, представляете, ему звонят из Австралии, и он еще 2 или 3 интервью дал по телефону на радио Австралии, которые вышли. Вот, поэтому это нагрузка такая. Ну и дальше, когда мы сидели на фуршете, там еще это, такой задал вопрос, говорит, а почему у вас, у русских здесь всегда, ну у нас фуршет был в таком грузинском ресторане, ну даже там всех мнений, говорит, надо же было вот найти в Берлине грузинский ресторан, где все говорят по-русски, а наверху ходит метро. И мы сидим там, грохочет, все, так сказать, это вот, нам еще, когда мы там проводили утром конференцию, говорит, что вы за подвал нашли, что еще, так сказать, друзья, мы, во-первых, нашли то, что подешевле, а во-вторых, то, что покачественнее. Я могу сказать, такой вкусной, такой еды, как было там, просто не передать. Вот сидел рядом с Ластенин, этот, с Самары, он говорит, ребята, ну, говорит, вот так вот в Берлине, вот так вот посидеть душевно, да еще так это, говорит, просто когда он уезжал, ему надо было чуть пораньше уехать, ну, мы еще не закончили, вот, уехать в аэропорт. Он говорит, так неохота от вас уезжать. Вот. А, кстати, тоже, друзья, интересный случай такой был. К нам на выставке, когда были, недалеко от нас был стенд РЖД.
Вот. И ну, там я его показывал, по-моему, там в Перископе в одном из репортажах. Там, ну, там два менеджера сидели, парень с девушкой, между собой разговаривали. Ну, так ни о чем. Вот что они там выставляли. Так вот, я-то это внимание не обратил, там мы с ними махали. А Лариса у нас Артамонова как бы очень. Вот. И представляете, вечером у нас сначала вот эта конференция. Вот, и заходят они, там народу, мы же не знаем, там кто приходит, как это самое. Вот. И заходят они, и она их узнала. Вот. Она говорит: ребята, а вы кто? Ну, они сначала затушевались, типа, ну, мы вот посмотреть. Он говорит: ну, вы же вот, типа, на стенде РЖД. Они говорят: ну, да, вроде как, вот нас попросили, вот, вроде как, по это самое, что вы здесь, это самое, будете делать, это самое, что вы будете говорить. И они сели, это самое, начали смотреть, вот, и прослушали выступление Рода Хука, потом Виктора Бабурина. Вот, они просто были обалдевшие, потом подходят, ну, когда уже начался такая неформальная часть, уже как, ну, фуршет для этого, они говорят: а можно остаться? Ну, говорит, ну, вроде как, мы не жадные, оставайтесь. Ну, и потом она к ним подошла и говорит: ребят, как впечатление? Они говорят: ну, мы просто, просто в шоке от того, что вы делаете, как вы делаете. Вот. Сколько сейчас стоит? Друзья, ну, вы же все в личных кабинетах, заходите, смотрите, вот, и там вся информация есть. Вот, смотрите на сайте. Конечно, так сказать, это в этом плане. Поэтому, если еще раз там вот уже подводить итог, подводить это самое, друзья, мы показали новый концепт вообще. Причем концепт будущего перевозки, то есть это наш Unibike, который теперь Unibag, который втягивает в себя все инновации, которые есть, начиная от, мы говорили, WhatsApp, это Watson, это то, что разрабатывает IBM. Сейчас Альфа Омега разрабатывает Google. Сейчас Microsoft делает искусственный интеллект. А мы, друзья, создаем основную платформу, куда встанет персональное пространство. Соответственно, оно втянет в себя абсолютно все новые разработки, которые есть, и оно даст именно блочную перевозку. То есть этот контейнер, который едет, там может быть Unibag, это перемещаться человек, там может перемещаться любой груз, контейнер, и сегодня возможности не ограничены. И мы делаем связку, это можно сегодня связать с существующей инфраструктурой, создавать новую инфраструктуру. Unibag может быть на автомобильной платформе и стать юнимобилем, может летать, если станет подвесной кабиной к вертолету, может плавать, если станет составной частью катамарана или парусника, может ходить по болотам или по снегам, если у него платформа, соответственно, болотоходная или снегоходная. Это, друзья, мы показываем как концепт, как юнимобиль. Это не значит, что мы это будем выпускать. Это его возможности. И второй момент, который мы показываем, это Юнилет, это, друзья, у нас уже есть занятое название. Юнилет – это скоростной транспорт, который будет ходить со скоростью 500 км в час. И в него как раз юнибэки будут вставать как персональное купе. И вот юнибэк будет как составной частью юнилета. А юнилет уже будет перевозить и грузы, и пассажиров именно в такой логике. Так вот, друзья, то, что мы сегодня делали, и дальше вот на вчерашних вебинарах, я, к сожалению, вечером не смог участвовать, уже поехал, а Алексей показал это самое, что сегодня в этом направлении идут все. Все сегодня показывают новые электрокары, вот, но все показывают сегодня новые концепты, все пытаются двигаться в область беспилотных, то есть автоматизированных систем, но это сегодня невозможно без второго уровня. А мы как раз показываем наоборот, что мы создали сначала Unibike, то есть электромобиль второго уровня, который по всем параметрам технологическим превосходит, а дальше мы говорим, что он вполне может стать еще и юнимобилем, но для этого нужна платформа, но при этом, друзья, он теряет основное качество, он теряет качество автоматизированной системы управления, потому что как только он встается, вы становитесь как в Минске сейчас, я не сначала, нет, друзья, я сейчас в Вене. Вот. То есть я в аэропорту, жду Виктора с Алексеем. Они летят сейчас из Москвы, рейс задержали. Вот. Поэтому я, видите, так сказать, как бы это... Что ты нам можешь предложить? Друзья, в принципе, наверное, ничего. Для тех, кто спрашивает. Поэтому смотрите это самое. Репортаж. Поэтому все-таки мы эти репортажи ведем для всех в бан. Точно. Но у нас это самое дело в том, что, к сожалению, так нельзя, как на на презентации осенью будет, только официально. Да, друзья, осенью, мы же вам сейчас уже объясняли, мы начинаем только испытания
две небольшие пробки. Ну, друзья, кстати, вот на подъезде в Вене, вот когда едешь со Словакии в Братиславу, с Братиславы в Вену, там пробки есть. А вот сама Вена, кстати, удивительно, город, который довольно-таки быстро передвигает. Так же, как, кстати, и Берлин. Друзья, очень грамотная организация движения вот этих всех H-банов, то есть там H-бан, U-бан. То есть вот эти вот все, они все пересекаются, станции. Ну, все старое, друзья, это всем, всему по 30-40 лет. Вот. Все, логистика очень интересная, но это все прошлый век. То есть это все из прошлого века. И как раз Виктор, интересно, такую как бы вещь заметил, что вот инновационная выставка, все такие бонзы инноваций в сфере транспорта, народу там несколько тысяч человек, там, наверное, около 6 или 6,5 тысяч только официальных представителей было. И когда закончился это, все выходят, все эти мэны там в костюмах, там с этими своими папочками, выходят, спускаются в этот H-бан, и там просто столпотворение, там в 2-3 вагона, ну, в смысле, при ухода поезда не могут все войти. Выглядит, конечно, просто очень потрясающе. Ну вот, очень интересно. То есть вот они, инноваторы в сфере транспорта. А по сути дела, все инновации, если подводить итог берлинской выставки, все инновации сводятся к Wi-Fi в паровоз. Все, то есть они считают, если Wi-Fi поставить в паровоз в начале века, то он бы стал инновационным. Вот, то есть это самое. Вот, поэтому здесь то, что мы представили, это... Друзья, это просто действительно будущее, но это будущее, которое сегодня уже реализуется. И когда вице-президент Сименса услышал, что мы уже этой осенью начинаем полевые испытания, он говорит, я обязательно приеду. Ну и дальше, друзья, конечно, такие уникальные моменты, когда он услышал, что наш Юнибус, который вмещает... Ну, мы видели на испытаниях, ролики смотрели, да, Анатолий Иванович попросил, сколько туда может войти. Вот, вообще он рассчитан по 14 по нормам для того, чтобы пройти сертификацию. Вот, но на всякий случай, ну, там зашли 17 человек, причем так, все такой, ну, не все, но крепкой комплекции, не то что. Вот, и в принципе там еще было более комфортно, чем в час пик в московском метро. Поэтому, в принципе, на этот бокс, этот юнибус вполне там на 20 человек в час пик может рассчитывать. Конечно, он, скорее всего, такое количество не перевозить будет, но для расчета массы, которую может он делать, это очень показатель. Все сделано с большим запасом. И когда этот товарищ Сименс услышал, что мы делаем пролеты сейчас 250 и 400 метров без единой опоры, и это будет без удорожания путевой структуры, он просто был в шоке. Вот, поэтому собачкам места хватит. Да, точно, собачкам места. У нас приехал там один такой товарищ, тоже с ним есть интервью, он такой серьезный немец, такой большой. Он как бы сел, он говорит, а у меня собака, говорит, такая же, говорит, как и я. Если вы не сделаете место для моей собаки, я ваш юнибайк никогда... не это самое, никогда не куплю. Так, насчет монетки тут не сказали. Нет, насчет монетки, как обещали, так и обещаем. Это Анатолий Эдуардович покажет вам сам, наверное, уже на апрельском фестивале, когда будем проводить ее в Мариной Горке. Вот, я думаю, что это уже точно. Поэтому сейчас, смотрите, если говорить по новостям с Мариной Горки, там идет, ну, следите, смотрите, там идет монтаж путевой структуры скоростной, вот, то есть фермы уже монтируются, они и в цехах уже монтируются, уже первые пролеты сейчас готовятся к установке непосредственно в поле, но приоритет сейчас, конечно, первый монтаж, это для юнибуса и юнибайка вот эти большие пролеты, то есть этот монтаж тоже уже идет, и он идет в цехах сейчас, там, где собирается большая подготовительная работа, и на этой неделе уже начнется работа в поле. Значит, там, конечно, Анатолий Ильич сразу сказал, что никакой демонстрации, точнее, никаких съемок, никаких репортажей быть не может, потому что это как раз наиболее сейчас закрытая информация. Показывать будем уже только, когда будет смонтирована там, ну, основная часть. Только что сказали про крупную аварию на ЖД в США. Вот это переговоры в Ну, в Словакии у нас, как традиционно, вот ребята организуют у нас здесь
У нас будет конференция. Конференцию обязательно будем показывать в Перископе. Будет выступать Алексей Суходоев, будет выступать Виктор Бабурин, я, Франчисик, еще там наши. Вот. Врезался поезд в станцию. Ну, друзья, это, понимаете, РЖД, ну, железная дорога хоть и является, ну, скажем так, наиболее безопасным видом трасс. Но, как вы видите, любая техника дает сбои. Железную дорогу нельзя, конечно, сравнить ни с автомобильным транспортом, потому что автомобильный транспорт – это просто сегодня постоянная война. Ну, представьте, 1,5 миллиона в год гибнет людей, и 15 миллионов становятся инвалидами. Представляете, что это за система? Это постоянная наша война с машинами. Вот. Так вот, сейчас с появлением именно юнитранспорта, то есть юнибайков, юнибеков, юнибусов, юнилетов, юникаров, юнитреков, то есть у нас целый ряд идет этот сам. Вот, друзья, мы эту войну выиграем. И это тоже очень как бы такой, такой важный момент, что когда мы все-таки сможем над машинами взять верх, и мы будем ходить по земле, а машины будут ездить на отведенных им местах. И второе, что когда это еще станет вкупе с искусственным интеллектом, как Генри Форд. Но Генри Форд, он сделал свою техническую революцию. Он привел машину, и он сделал ее массовой. Вот. А мы сегодня машине определяем ее место. Мы убираем ее с места обитания человека, переводим ее. Так, осенью остается осенью для крупных предпринимателей и политиков. Вот. Но еще, друзья, много раз уже на этот вопрос отвечал. Мы сейчас вот такой просто разовой презентации делать не будем. Мы начинаем постоянную демонстрацию, и она начинается уже сейчас, вот начиная со следующей недели. Туда будут приезжать постоянные делегации, будут приезжать постоянные эксперты, потому что очень многие, особенно технологические эксперты, они просят именно показать саму технологию строительства. Их и не интересует, как это уже будет выглядеть в конце. Они говорят, покажите. Поддерживаю вопрос по адресным проектам в Украине. Ну, у нас очень много, друзья, партнеров на Украине, друзей на Украине. То есть мы рассматриваем вопросы сейчас в Киеве. У нас там люди работают и с руководством Киева, с Кличко, и работают с руководством Одесской области, Одессы. То есть, друзья, понимаете, для нас принадлежность, национальность, страна роли не играет. Для нас там, где есть заказ и есть потребность в Skyway, мы там будем делать. Другое дело, что к этому надо подходить постепенно. То есть сначала мы подошли к тому, что надо продемонстрировать сами машины, продемонстрировали. Теперь их ходовые испытания. Потом надо начать и закончить сертификацию, которая будет идти по каждой стране. Вот. А про адресным проектом мы, друзья, рассказываем уже и показываем очень много. Ведется работа в многих-многих странах мира. Вот. Мы отчасти рассказываем, отчасти не рассказываем, о каких проектах идет речь. Но все ждали Берлинской выставки. Теперь все уже ждут еще более сильно это начало ходовых испытаний. И это, друзья, абсолютно правильный подход. То есть это, собственно, тот механизм, который мы запускаем. От нас должны постоянно что-то ждать. Мы сначала декларируем, то есть сначала мы продекларировали, что у нас это будет. Нам говорили все тролли, увидели, там, завистники, независтники, не будет, никогда не сделаете все. Сейчас показали, есть. Теперь следующий вопрос. Ага, это у вас есть, а теперь когда это поедет? Я хочу увидеть, как это поедет. Друзья, поедет. Значит, следующее показываем, как поедет. Сначала небольшими пролетами, потом большими пролетами, потом 250, потом 400. Сначала скорость будет 20 км в час. Вот. То есть, когда будут говорить, ну, 20, понятно, понимаете. И каждый раз злопыхатели нам будут говорить, что 20 километров поедет, на 100 развалится, упадет. Но зато, друзья, наши партнеры-инвесторы будут говорить, ребята, вот мы дошли до этого, поэтому давайте быстрее принимайте решение, потому что мы покажем и то, и каждый раз вот сейчас с началом ходовых испытаний дисконт будет резко снижен, друзья, и это абсолютно закономерно, понимаете? Потому что, ну, одно дело, когда мы машины не показывали и не приступали к ходовым испытаниям, другое дело, когда это начинает, и другое дело, когда у нас пошел уже очень серьезный вал заявок на крупных инвесторов. То есть это, друзья, говорит о том, что доказательная база все более и более становится убедительной. Раз она становится убедительной, меняется дисконт. Друзья, все закономерно. Тут никаких на этот предмет нету ни
начать. Тут спрашивают, доходовые испытания, друзья, они уже начаты. То есть сейчас путевая структура строится, она испытывается в цехах, там все это обкладывается. Есть стенды, на которых работает мотор-колесо с рельсом. Это все, друзья, идет. Просто многие вещи, которые сейчас, их просто нельзя показать. Потому что мы с вами находимся в краудинвестинговой компании, поэтому мы вам рассказываем о том, что мы делаем. А вы представляете, если вы сейчас придете в Siemens и скажете, вы делаете или там в Boeing, который делает Dreamliner, и говорит, вы тут делаете новый самолет, а покажите, чем он будет отличаться от других, а что у него особенного, почему он будет лучше, а почему он будет качественнее. Понимаете, друзья, мы, конечно, понимаем, что это вопросы очень интересные, и они как бы это, но все-таки уже пора говорить, что мы технологическая компания, основная капитализация которой – это ноу-хау. И сейчас сказать о том, что мы ноу-хау заранее всем покажем, так сказать, это, поэтому сейчас мы понимаем интерес, который есть, что давайте быстрее. Естественно, хотелось бы, друзья, чтобы мы это за месяц все сделали, построили это. Но, друзья, мы 3 года работаем в краудинвестинге, еще 3 лет нету, мы только в октябре создали первые компании. Второй момент, мы только год как вышли в полевые работы. Нам в Сочи нужно 400 км для начала. Вот. Ну, в Сочи мы работаем, у нас есть партнеры в Сочи, у нас есть партнеры в администрации Краснодарского края. Вот. Поэтому идет работа. Если готовы подключаться, есть предложение, друзья, вы знаете, мы всегда будем готовы, так сказать, тут по лицензиям пошло вопрос. На сегодняшний момент мы готовим производство все свое. Но со временем, естественно, что у нас будут партнеры, то есть, скажем так, на производство юнибэков мы сейчас обсуждаем вопрос с рядом партнеров на 100 миллионов штук. Как вы представляете, где это сейчас такое производство можно организовать? Там в России, в Белоруссии, там еще будут партнеры из многих стран, из многих компаний. То есть мы проект, который сегодня, он объединяющий проект. Ведь не зря же у Юницкого такая сногсшибательная фамилия, Юницкий, именно объединяющий. Вот, и мы объединяем. И сейчас мы вам показывали опять полицейские едут. Ну, сейчас, друзья, опять подъедут полицейские, я вам покажу, так сказать. Конечно, интереснейшие. Вот, поэтому мы сегодня объединяем направление. То есть Юницкий технологически создал транспорт, который объединяет все. Автомобильный, железнодорожный, авиационный транспорт, велосипедный даже, и тот объединили. Вот. Мы объединяем всех сегодня ноу-хау, которые работают в информационном поле, к нам входит все. Объединяем новые материалы, входит все. Объединяем развитие территории, входит все. Поэтому, друзья, это такой объединяющий проект. Ну вот, давайте, если еще какие-то вопросы есть, все-таки это самое, сейчас пойду чуть-чуть... захворайте, знаете, друзья, это все-таки так утомительно. Опять же, друзья, это все нормально. Усталость – это приятная усталость. И когда вот мне сказали, что надо ехать в Братиславу, я сначала, был потом, ладно. Потом у меня будет 2 недели перерыв, мне все-таки, будем работать. А потом у нас будет большое мероприятие в Риге, большой фестиваль в Юрмале, именно Skywave-ский фестиваль европейский. Потом будет большое совещание, большая конференция в Минске. Вот, потом, я уже говорил, уже крупные инвесторы прям сами организовали, попросили, чтобы мы туда приехали. Это в Испании на Майорке, вот, то есть для презентации именно проекта. Вот, поэтому тут, знаете, так сказать, надо... Вот, Виктора мы уже говорили, что его просто ждут в Боливии. Вот мы в связи с Берлином отодвинули эту поездку, но надо туда ехать, потому что очень большой проект, большая работа. Вот. После конференции, это опять вы видели результат, по-моему, даже прям в прямом эфире показывали, не знаю, репортажи, когда пришли. Алексей рассказывал, показывал, что ходят какие-то там такие, смуглые ребята. Что-то ходят, смотрят, уже собрались уходить, и это самое. Им Алексей спрашивает, а что хотели-то? Они говорят, да так, что рассказывать? Он им начал рассказывать, показывать того Виктора. Вот, в итоге там они что-то убежали, потом прибежали, потом притащили какого-то такого большого дядьку, такой серьезный, все поговорил, тот с такими круглыми глазами посмотрел, потом ушел, визитку смотрим, вице-премьер правительства Филиппин. Вот, и дальше они на следующий день пришли и сказали, что мы, говорит, не знали, зачем приехали на выставку, но поняли, что мы искали вас. Вот, соответственно,
говорит, мы будем пересматривать всю транспортную концепцию Филиппин, поэтому ждем от вас официального приглашения, предложения и готовы вас пригласить для презентации. Все, друзья, уже пришла... Уже пришло приглашение, все так, что Виктор уже готовится ехать к презентации Филиппин именно на правительственном уровне. И это, друзья, вот как вал такой идет, начинается, так сказать, как бы это. Вот с Германии к нам очень интересно, там уже стали подходить, были с министерства, вот, самое, тоже был ряд. Поэтому сейчас, друзья, это, опять же, а что удивительного? Мы вам что, разве не говорили, разве не это самое, что это только начало? И мы когда, понимаете, вот особенно мне это как бы смешно говорить, друзья, когда мы там 3 года назад начинали, говорю, друзья, мы сделаем. Вот, а нам говорили, не сделаете. Вот, сегодня уже сделали то, готовимся, идем следующий шаг. Вот, и я вам говорил, что время, показали первые машины, теперь покажем первые ходовые испытания, потом первые станции, потом первые адресные проекты, потом первые инфраструктурные проекты. Все, друзья, будем показывать, рассказывать. Это, вот видите, у меня, ну, друзья, это очень похвально. Сейчас очень много людей, которые уже, а сейчас вот уже какой пойдет, у нас вот просто сейчас входят люди, которые там сразу, ну, вот уже делают заявки на 100, на 2, на 300, на 500, на миллион долларов. Это, опять же, еще пока этих проплат нет, мы пока о них только говорим. Вот, это, и опять же, очень прорывной такой была Берлинская выставка, потому что все ее ждали. Ну, я уже несколько раз это говорил, эту формулу будем проговаривать, как бы, по такому, что немцы, вот когда мы 4-й месяц работаем с инвестиционным агентством, они не верили, что мы выставимся на Берлинской выставке, что для них Берлинская выставка – это верх присутствия. Когда мы сказали, все, мы присутствуем, они говорят, все приедем. Было очень много с этого агентства. Более того, друзья, были инвесторы, которые инвестировали прямо на выставке. Это просто такой нонсенс для нас, так сказать, как бы это, которые тут же открывали личные кабинеты. У нас ребята их это тут же делают проплаты. Ну, просто я говорю это. Вот. Ну и второй, друзья, это, конечно, вот эта формула. Мы ее сначала как шутку, но потом она просто соответствует действительности. Когда немцы нас ищут, говорят, мы вас не можем найти. Особенно вот здесь у нас Стефан был со Словакии. Он говорит, 4 часа искал выставку, не мог найти. Вот. И потом я уже начал объяснять. Давайте, друзья, искать. При подходите на ресепшн, берете проспект Сименс, как найти Сименс? А везде стоят указатели и стоят девочки в таких голубых этих самых маечках, которые раздают всем, как пройти на Сименс. Я говорю, вот вы идете по этим указателям на Сименс, вот, доходите до Сименс, а потом с правой стороны Хитачи, с левой Кавасаки, и прям впереди будет это самое ваше. И они когда слышат, что за Сименсом между Хитачи и Кавасаки стоит Skyway, ну, во всяком случае, это соседство, ну, скажем так, незазорное. То есть, значит, там кто-то стоит. Понимаете? То есть, какую-то левую компанию рядышком не поставят. Вот. Поэтому это уже... И для них, они когда приходили, они в самом деле шли смотреть сначала, что Сименс, что он стоит, потом, что Кавасаки стоит, что Хитачи стоит. Вот. А потом уже идут к нам. Поэтому, ну и дальше уже помните, да, я показывали, когда нас первый день пытались гонять там эти, что у всех столы, буфеты, чай, кофе, печенье, там все это. А потом уже наоборот стали это самое, нас звать и говорить, ребята, вы заходите, садитесь там все, потому что, ну что все спокойно стоит. И потом наши уже стали спокойно ходить. Я уже не говорю, что когда заканчивали, там у Сименс всегда там пиво наливают, сосиски, все. Наши ребята, кто на стенде, там, кто это самое, они все туда раз, потому что за день же не поесть, не никуда, не без передыха. Вот, а хоть за счет Сименса там немножко это. Вот. Ну вот это тоже такой забавный. Сам. Так вот, когда все увидели и сам, то теперь, друзья, ведь это не то, что мы говорим, мы продемонстрировали и все, на этом все закончилось. Друзья, мы понимаем, что это первый шаг, очень важный шаг, потому что все, кто увидели, все, кто пришли с серьезной компании, тот же вице-президент Сименса, ведь он же посмотрел, он похлопал, спросил, это у вас макет или действующий образец? Это действующий образец, он говорит, очень круто. Второе, он говорит, вы когда начнете ходовые испытания? Вот. Ходовые испытания начнем в течение там месяца-полутора. Он говорит, я обязательно хочу. То есть, друзья, мы тем самым создали следующий шаг, что теперь все стоят и ждут, а покажите теперь следующий шаг.
Друзья, покажем следующий шаг, мы обозначим потом, и это будет бесконечный процесс. Отчасти, друзья, это и есть процесс капитализации. Потому что сейчас мы говорим, ребят, все же, никто не думал, что мы сделаем машины, что Юницкий сможет такой короткий срок спроектировать и, соответственно, выставить. Сделали. Причем сделали мирового уровня. Я могу сказать, просто классные машины. Ну, видели все, посмотрите репортажи, что я вам тут буду объяснять, говорить. А потом, когда сами все живьем, увидите. Друзья, это машина, в которую не зазорно сесть. Причем не хуже, чем там Феррари, Бугатти. Хорошая машина, хорошо сделанная. А по качеству она как бы совсем другого уровня. Куда едете? Еду я, друзья, в Братиславу через Вену. Ну, посмотрите, как это самое. Как немец сказал, лучше Мерседеса. Да, посмотрите репортаж сначала, там уже как бы есть. Так вот, следующий момент теперь – это начало ходовых испытаний. Вот, потому что сначала будут небольшие пролеты, потом 250, потом 400 метров. И это, друзья, уже будет в этом году. В этом году. Соответственно, начнется следующий этап. Потом начнется весь разговор, я вас сразу, не то что предупреждаю, я вам сразу говорю, начнется весь разговор по скорости. Естественно, первые демонстрации будут на скорости 10-15 километров в час. Потом 20, потом 50, потом 100 и так далее, и так далее. Постоянно будут говорить, что вы вот эту скорость вы дали, хорошо, а вот следующую скорость вы никогда не дадите. Потом по пассажиропотокам, потом по грузопотокам. Сколько вы можете перевозить и делать. И этот процесс будет идти, друзья, постоянный. Для этого и создан экотехнопарк. И он, говорит, когда он начнет работу? Он уже начал свою работу. Друзья, то, что вы его там видите, то, что там происходит, то, что мы показывали, строительство анкерных опор, промежуточных опор, строительство легкой трассы. Что там с путевой структурой? Вы не поверите, друзья, с путевой структурой все хорошо. Она монтируется. Поэтому как будет, можно будет что-то первое показать, вы сразу это транспортно. Да, друзья, вот теперь видите новое событие, транспортная неделя в Минске. Вот, ну, это уже такое событие, такое для нас уже после Берлина, ну, не сказать рядовое, но мы там ждем одно очень важное для нас, очень серьезное. Что произойдет, не произойдет, посмотрим, это... Все нет. Если время пришло, значит произойдет. Если еще время не пришло, значит, наверное, так. А в октябре можно будет приехать посмотреть. По-моему, мы никогда не это самое ни от кого не скрываемся. У нас каждую неделю кто-то приезжает смотреть. Вот. Вот. Уже как 2,5 года полета, да, друзья? Но опять же, вот те, кто, особенно вот я обращаюсь к тем, кто вот уже 2,5 года, друзья, вы вспомните, какие репортажи или какие вебинары мы вели вот с Алексеем. Ну, 2,5 года еще Алексей не подсоединился ко мне. Мы только начали, вот он 2 года назад, точнее, 1,5 подсоединился. Вот. Будет работать без. Не понял вопрос, ну ладно. Вот. Поэтому, смотрите, 2,5 года назад мы только начали, февраль 2014 года мы начали вещать, людям о том, что мы это сделаем. И представляете, вот мое состояние там, когда я говорил, что, ребята, мы создадим конструкторское бюро, а его не было, мы получим землю, а ее не было, вот, мы сделаем чертежи, их не было. И понимаете, сегодня состояние, когда я еду с Берлина, еду в Братиславу, через Минск, когда я-то знаю, что происходят очень многие вещи, которые просто еще некоторые вещи нельзя говорить. Вер, понимаете, когда мне говорят, я слежу за вами 2-3 года, и у вас ничего не поменялось, вот, я, друзья, сразу выключаю трубку и говорю, знаете, значит, вы либо не за тем следите, либо если вы следите и ничего не видите, тогда о чем нам говорить? До свидания. Понимаете? Поэтому, естественно, хотелось бы, то есть, чтобы все и сразу. Но, друзья, вот опять же, говорит, сроками там, вот, это, вот эти вот придурки-то из онлайнера, когда писали, там, 30 лет, а вот 3, понимаете, мы вот этой системой краудинвестинга занимаемся вот только вот 3 года, когда реально пришли инвесторы. И мы не скрываем, что за эти 2,5 года инвестировано денег столько же, сколько за все предыдущие годы. Ну, если говорить по финансам, понимаете. И а на эту землю, вы же все видели репортажи, мы зашли только год назад, чуть больше. В июле только документы получили, в июле прошлого года. А цеха, в которых собираются сегодня наши машины, мы полгода только их получили, просто туда получили доступ. И вот за полгода, как туда вошли, сделали 2 машины мирового уровня. И это говорят, что медленно, друзья.
Ну, знаете, быстрее, я могу сказать, невозможно. Просто невозможно. И когда люди в круглосуточном режиме вот изготавливали вот эти машины, причем все, кто их видели, они просто поражались, что, ребята, это машины действительно очень хорошие. Ну, просто видно, что это очень серьезная машина. Я говорю, они еще не видели мотор колеса, они еще не видели устройств, которые антисходные и так далее, потому что это нельзя сейчас показывать. Вот. И когда все это увидят и поймут, цеха в аренде у компании, да, пока цеха в аренде, но сейчас решаем вопрос о том, что их надо выкупать. Медленнее. Ну, нельзя сказать, что, друзья, Google медленнее. Google тоже развивался взрывным образом. Просто у него, у каждой технологии, чтобы вы понимали, есть эмбрионный период. То есть, когда она развивается, но это не видно снаружи. Ну, так же, как беременной женщины. У нее там что-то каждый день идет процесс, а снаружи вроде не видно. Только когда начинает резко расти живот, а в общем-то все происходит, понятно, когда появляется на свет уже само произведение, понимаете? Вот. Так вот, точно так же сейчас, пока вот эти внутренние процессы идут, их очень много трудно показать. А когда они выходят и делают, вот тогда становится уже. Так, а Google просил... Так... Ну, мы сейчас как раз ведем, друзья, переговоры с несколькими крупными инвесторами, которые будут входить сразу на акции, но для того, чтобы их аккумулировать и как раз выкупить эти цеха. Этот процесс идет, и я думаю, что где-то до конца октября он будет завершен. Вот, естественно, что почему очень важно иметь свое производство, для того, чтобы вот первые проекты, которые пойдут, мы сразу могли их обеспечить машинами. А в принципе, это производство, которое сегодня есть, она где-то до 1000 машин может обеспечить. А это, друзья, это хороший проект. То есть первый проект. Потом со временем, конечно, надо уже готовить свое производство. Но это так. Лукашенко. Ну, друзья, за Лукашенко я уже отвечал. Тут ответить не могу, заедет он или нет. Я думаю, что... Это будет решение. Раз нас туда позвали, значит, этот самый. Так, слушай. Этот самый боец, который, так сказать, просто достал один. Да, отправил я его туда, так сказать, как бы это, потому что, ну, друзья, понимаете, интернет, чем мы, как бы, такой, что вот эта анонимность, она позволяет раскрепоститься людям, и, конечно, со временем я бы хотел лучше вещать только через личный кабинет, чтобы все были идентифицированы, чтобы было верифицировано, чтобы было видно, с кем общаешься, можно было включать обратную связь, вот, чтобы кем-то... Ну, пока, вот видите, нам самый такой удобный сервис – это Перископ. Вот, мы ему благодарны, потому что действительно он, конечно, дал уникальные возможности. Раньше вот такой раньше такой возможности не было. То есть Алексей как-то говорил уже, мы пытались обратиться к Вайберу, чтобы он нам дал систему обратной связи, и можно было вот так вот как вести, ну, типа таких импровизированных вебинаров. Но пока такой гаджет, этот самый мессенджер, никто сделать не может. Вот, поэтому пока пользуемся Перископом. У него есть, конечно, свои недостатки, отчасти, что вот входят такие. Ну, с другой стороны, друзья, к этому надо относиться абсолютно спокойно, да. То есть здесь, когда... Тут еще в чем еще как бы такая-то индивидуальная специфика. Я могу только сам выкидывать. Ну, кто начинает сильно там скандалить, материться, там еще что-нибудь, только я могу его. А когда я отвлекаюсь, я же не читаю, вот это самое... Ну, друзья, да, так сказать, это как бы... А, кстати, вот мы сейчас запускаем процесс. Давайте, коли пользуюсь моментом, давайте думаем. Мы это и на вебинарах запустим, и это самое. Значит, смотрите, у каждой компании, у Гугла, у Microsoft, у всех, у них есть эмблема. Ну, знаете, да, у Гугла ведро ходячее какое-то, не у Гугла, а у Андроида. Какое-то ведро ходячее, там, ну, типа робота, там, еще какое-то, вот. Так как у нас... мы ввели такое понятие, как Unic, то есть это тот, кто живет в Unibike, то есть это искусственный интеллект, то есть, ну, как бы операционная система, мы ей дали название Unic. Так вот, друзья, давайте подумаем, надо придумать визуализацию. То есть понятно, что он должен быть синего или синеватого цвета. Ну, типа, знаете, помните, были фиксики у детей. Вот, это самое. Вот, поэтому надо, вот давайте подумаем, надо нарисовать символику. И прям пока можете мне скидывать, потом сделаем чат. Вот, нам надо придумать Юника. Вот, то есть это, ну, реально кукла. Во-первых, чтобы Юник первый поедет на Юнибайках, на испытаниях. То есть там человека же нельзя будет пускать, но мы его туда посадим, чтобы даже котом Анатолия Дарыча не рисковать.
Вот. Анатолик, нет, друзья, мы все-таки подумали, что это Unix, потому что операционная система, объединяющая по-английски это будет Uni, вот, а Uni, не, друзья, Unix это сама операционная система, она будет называться по-другому, а это визуализация. Это визуализация, вот как у андроида, вот это ведро, вот, с руками. Вот, поэтому Watson, это, друзья, уже у IBM, так что это самое. Нам нужен символ. Потом, чтобы его можно было сшить в натуральную величину, и это будет символ компании. У каждой компании должен быть все, должен быть бренд. У нас есть капля, у нас есть Skyway, вот. Поэтому у нас есть легенда очень хорошая, красивая. У нас все есть, друзья. Ну вот теперь надо еще сделать вот такую брендированную куклу, которая будет олицетворять операционную систему, которая живет в нашем Unibag'е. Вот, логотип, да. Вот, Unix звучит, мол, ну и хорошо, Unix, так сказать, ну а как, фиксик очень хорошо, где фиксики живут, у детей, у кого дети есть, помните, есть такая сейчас целая, направление, фиксики, вот, надо фейс организовать, да, вот, Чебурашка, ну как Чебурашка, друзья, Чебурашка это уже бренд занятый, вот, нам нужен Чебурашка, нам нужен Unix, вот, поэтому, ну, будем считать, что Unios это и будет наш Unix, поэтому, это самое, поэтому давайте, друзья, подумаем, у кого возникнет, какие мысли, какие что, пишите в личку мне, этот Сибиряк S, это у меня и Skype, вот, пишите в Skype, присылайте, давайте это будет, ну и запустим вообще, потом еще сделаем, ну вот видите, уже Unit Droid, ну придумаем, в общем, друзья, творчество пошло как-нибудь, вот, надо придумать именно свое, бренд которого еще в какие сроки нарисовать. Но я думаю, что испытания у нас начнутся где-то, ну, такие, которые мы сможем показать где-то в ноябре. Вот ноябрь-декабрь у нас, нет, в апреле он у нас уже должен ходить, он уже должен быть везде, он уже должен быть готов. А нам на испытания, когда мы будем именно показывать, уже публично показывать начало первых ходовых испытаний, вот, потому что мы испытания начнем в ноябре, а публично начнем показывать, ну, не знаю, там, наверное, декабрь, может быть, там уже начало следующего года. То есть это то, что можно будет показать. Вы же понимаете, первые испытания, их никому показывать нельзя, потому что, ну, мало ли что. Вот. Главное, что скоро. Поэтому давайте тогда, ну, вот прям конкурс это, давайте поговорим, прям объявим премию в акциях за то, кто придумает нашего Юника. Вот. Так что, да, в армии все сейчас, что в армии интернета нету, что ли? Да, в группе, да, запустим, то есть мы сейчас приеду, тогда прям поговорим там вот сегодня с Виктором Бабуриным, там, с Женей Кудряшовым, и это самое, то есть понятно, да, то есть Unix это операционная система, это воплощение того, кто живет в нашем Unibike, то есть это символ, как бы, операционной, высокого интеллекта, который живет, ну, как Android вот с этим ведром, то есть это сам, а слоган, ну, слоган у нас, друзья, у нас слоган уже есть, мы объединяем мир, «Строй Skyway, спасай планету». Потом у нас про Unibag, друзья, очень интересная логика. Я уже говорил, что все свое везу с собой. Вот, то есть это тоже очень такая... Это, кстати, знаете, откуда идет поговорка? Из нашей армии, русской армии, когда котомка и шинель всегда с собой. И у каждого солдата была поговорка «Все свое ношу с собой». Вот мы это взяли теперь в наш Unibag, там будет тоже все, и это будет операционное пространство, которое будет вести все с собой. Ну что, друзья, давайте, я думаю, что для сегодня, так, для промежуточного вебинара, дальше у нас завтра будет Skyway, это бренд, конечно, бренд, то есть мы Skyway забрендировали, и Skyway, и наша капля, вот это вот, это все запатентовано, это все именно в том цвете, в том написании, которое есть. Вот, поэтому... Давайте, работаем, двигаемся дальше. Я говорю, я думал, что в октябре будет поездок поменьше, но, видите, все идет к тому, что пока... Вот, и на ноябрь тоже, я смотрю, там уже график рисуется, тоже очень такой серьезный. Ну, друзья, вот здесь мы вам показываем о том, что, во всяком случае, друзья, у вас, наверное, ни у кого нет сомнения, что мы отрабатываем на все 100%, мы не халтурим, мы делаем свою работу честно, привлекаем, объясняем, показываем. Поэтому, почему, помните, друзья, как
Я очень так болезненно реагировал, когда называют лохами и лохотронщиками. То есть, понимаете, значит, я уже лох с 17-летним стажем, и сейчас один из самых активных лохотронщиков, который просто впаривает людям вот эту ерунду, понимаете? А я с этим в крайне не согласен. Я, наоборот, говорю, что мы делаем очень важную, гениальную вещь, что Юницкий – это Леонардо да Винчи, это гениальный инженер нашего времени. Мы создаем новую цивилизацию, которая изменит все сегодняшние проблемы, которые есть, начиная от безработицы, от голода, которых Род Хук, опять, друзья, под конец не могу не сказать. Вы вспомните доклад Рода Хука на завершающей стадии, когда он сказал: я увидел в технологии то, что она может 800 миллионов людей сделать счастливыми. Друзья, я своим ушам не поверил. Представляете, человек думает не о том, что сколько заработать, не о том, как решит эту транспортную проблему Австралии, а он был министром транспортной инфраструктуры Австралии. Так он увидел в том, что можно создать систему, которая позволит эти плодородные земли Австралии развивать с помощью инфраструктуры. И, соответственно, людей, которые он сегодня говорит, там сегодня сотни миллионов детей, это Филиппины, Индонезия, это же огромные страны, огромное население, территории, живут низкое у них это плодородие. А тут, говорит, огромный континент, живет миллион человек, и это самое, и он говорит, и это, знаете, это звучит вот настолько, человек, который, я говорю, имеет в этой жизни все, он очень богатый человек, человек, который занимал очень серьезные посты, то есть ему карьеры, и, соответственно, который вот так вот в 70 лет начинает мыслить такими категориями, ну, это, друзья, это просто вот снимаю шляпу, ну, и, соответственно, я говорю, как он работает. Поэтому очень здорово, что с нами такие люди, а с другой стороны, друзья, мы задаемся вопрос такой: а где мы или с кем они должны быть? С Сименсом, что ли, который делает... Я ничего плохого про Сименс не могу сказать, но про скоростные дороги. Они пытались несколько раз... Ой, ребята, оригинально тут иногда пишут, просто молодцы. Вот. Так вот, смотрите, Сименс, Австралия рассматривала несколько раз проект вокруг Австралии скоростных дорог. И каждый раз, когда они подходили к решению, то они понимали, что не хватит никаких денег реализовать этот проект. И только, соответственно, технология Skyway могла это реализовать. И поэтому Род Хук заинтересовался, познакомился с Юницким, начал работать. Ну все, друзья, давайте на этом будем завершать. Мы и так уже очень хорошо отработали. Я считаю, что там вопросов много, постоянно будем. Почему? Я считаю, что мне необходимо как делать, потому что вопросы возникают, общение надо. Соответственно, вот такая форма перископа, будем ее постоянно использовать. Ну и, соответственно, друзья, это еще и будет некий такой отчет за график передвижений. То есть будете смотреть, где мы. То есть завтра вот мы будем в Братиславе, послезавтра будем там еще какая-то горная, там горный город, я запомнить не могу. Вот вы будете видеть, как мы работаем, все конференции, что мы говорим, как общаемся с инвесторами, кто подключается, будем брать интервью. То есть это, друзья, как раз отчасти тоже показ партнеров, что вот мы работаем, наше сообщество, вот мы люди, все будем подключаться, делать, так сказать, показывать. Ну все, друзья, давайте. До новых встреч. На данный момент из Вены, в ожидании Виктора и Алексея, которые задерживаются по причине Аэрофлота. А дальше едем в Словакию, спасать Словакию теперь. Все, друзья, строй Skyway, спасай планету. Всего доброго.